Всем доброго времени суток. Вы на канале Фишермания. Сегодня мы приехали на Барвиху половить лещей. Надеюсь, будут крупные экземпляры. Также хочется поймать густеру, плотву. Что ж, сейчас приступим к замешиванию прикормки. Сегодня у нас салма, орех, лещ, две пачки, и фидерконцепт лещ Турбо Актив. Маленький лайфхак, кстати, для замешивания корма рукой, чтобы сильно руки не пачкать, я одеваю перчаточку. Одеваем перчаточку и мешаем все это дело. Также хочу немного затемнить, поскольку корм достаточно светлый. Время у нас 5 утра. Пахнет арахисом, но мы еще кое-что туда добавим. Черная красочка. По вкусам сейчас уже рыбу можно переходить кормить чем-то более сладким, но также работают хорошо и специи. Ну и на шоколад я уже ловил, и показалось мне, что особой разницы нет. Потому что мешал один состав на специях, второй на шоколаде. Результат был одинаковый. Соответственно, рыба уже кушает практически все. Так. Также мы добавим немного ликвида. Ваниль с перцем. Если что, эта баночка рассчитана как раз на 3 килограмма. Не думайте, что я лью слишком много. Нет. Ну что ж, сейчас замешаем. Дадим всему этому постоять. Если надо будет, доувлажним. И приступим к маркирению. Всем приятного просмотра. Мы нашли несколько точек потенциально интересных. Уже вытащили рыбу. Достаточно много поклевок, похожих либо на плотву, либо на окуня. Прошел у нас небольшой дождик. Буквально, наверное, ловить начали. Можно сказать, что минут 40 назад, час. Погода вроде налаживается у нас. Посмотрим, что будет дальше. Мотыля видает очень быстро. Полагаю, что это, наверное, окунь.
посмотрим. Дистанция 30 метров. Хотя уже пробовал и 39, и 21. Но везде была тишина. Но с 30 достаточно много было поклевок, и уже есть рыба. На падение сразу поклевка. Ну да, судя по всему, окунь долбит мелкий. Мотыля съедает. Ладно. Сейчас что-нибудь будем экспериментировать. Когда не клюет, самое время перекусить. Яйцо досадить. Что ты соришь? Я почву удобряю. Давай пожмем. Что, время у нас 12:30 дня уже. Клёв начался буквально, наверное, минут 40 назад. Очень хорошо реагирует на падение на мотыля. На 5-6 штучек. Берет, конечно, мелочь. Такая, наверное, ладошечная, 100-граммовая. Но тем не менее, хотя бы клюет, потому что до этого была вообще тишина, пустота. Ну, а сейчас вроде солнышко вышло, распогодилось. И, может быть, крупная рыба тоже подойдет к нам. Поклевки достаточно частые, но такие... Видно, что это мелкая рыба. Дробящая. С утра был окунь одолевал. Теперь пришла мелкая фанера. Был какой-то период, что она прямо клевала, только забрасываешь, прям на падение бьет. Потом 3 или 4 вытащил и сейчас опять снова тишина. Не знаю, либо опять менять дистанцию ставит. Наживки. Ну что, сейчас посмотрим, как пойдет. Постараюсь для вас снять. Ветер раздуло. Не очень приятный.
будет рыба, будет поклевка. Обязательно включимся. Ждем, ждем. Крупника, к сожалению, пока что нет. Но. Еще не вечер. Всем ни хвоста. А мы ловим дальше. Сегодняшний результат. Он, конечно, не супер, но я думаю, мы завтра еще приедем и доловим то, что не взяли сегодня. Как-то так сегодня у нас получилось. Ну, тут, дай бог, может быть, чуть больше килограмма. Это, естественно, все мелочь. Отпустим. Все живое. И сейчас еще посидим. Садок досушим. И будем собираться. Сейчас я подожду, высохнет садок. Соберемся. И завтра, надеюсь, мы поймаем крупного леща. Есть, как говорится, информация. Будем по ней работать. Сегодня люди хорошо отловились ночью. Думаю, что мы вполне можем приблизиться к их результату. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, оцениваем наш улов на сегодня и смотрим, что у нас выйдет завтра.